И что сегодня я вам покажу? А покажу я вам сегодня крутую нычку, с помощью которой вы можете, наверное, взять топ-1. Сейчас у нас закроется бой, и я вам расскажу. Но пока мы долетаем до того места, я вам скажу, что у меня есть группа ВК. Также у меня есть свой ВК. По ссылке в описании вы можете перезайти по этой ссылке и попасть на мой ВК. Собственно, пока я никого не добавляю, но когда у нас будет уже 10к, я всех добавлю. Кстати, забыл сказать, что у нас уже 9к подписчиков, и это очень жестко. Всем спасибо за подписку, особенно спасибо тем, кто еще и даже комментирует. Ну и в принципе, погнали. Сначала мы пойдем лутаться в массаках. Может, еще кого-то убьем. Полетели. Я вот не знаю. Давайте я потише чуть-чуть музыку сделаю. Потому что чую что-то там это. Хардбасит жестко. Хотел записать для вас челлендж с пистолетом. Если вы хотите, то напишите хэштег. Ну или даже просто напишите гос пистолетом. И я, в принципе, если будет много таких отзывов, то я, в принципе, его и засниму. Так, давайте погнали. Сейчас сначала пойдем залутаемся тут. Давайте посмотрим, тут есть кто-то с нами еще. Ага, так, сзади чувак есть. Значит, как мы делаем? Мы берем тут пушку. Отлично. У нас тут скар. Так, вот вылетит. Ну-ка. Слушайте, а в полете почему я его не могу убивать? А вот. Убиваю в полете, прикиньте. Прикинь, чувак не приземлился, я бы его убил. Так, берем. Сейчас пошли, давайте сейчас пойдем его убьем тогда. Потому что один килл тоже нам нужен. Так, идем сюда. Еще хотел сказать, что завтра у нас обнова. Это мне сказали мои подписчики. И спасибо, то, что вы даже говорите мне, когда обнова. Так. Слушай, он даже отстреливается. Вот. И, в принципе, завтра тоже ждите от меня стрима какой-нибудь. Ну или видос. Так, подышимся. В принципе, я не знаю, можно пойти сразу на то место, но нам... Короче, тогда сейчас давайте пойдем, и я вам расскажу, как туда попасть. Смотрите, это место находится вот здесь, смотрите. Вот тут тыкнул, вот сюда, вы поняли, да? Там, где есть самолет, короче. Мы сейчас будем залазить на него и провалимся сквозь текстурку. Это мне сказал вроде чувак с ником Батон, но... Или да, или нет, что-то я не помню, вот не помню, какой-то ник у него такой был странный. Но в любом случае, такой ник есть. На стримаке не писал про эту нычку. Слушайте, когда я его убью уже? Отлично. Так, все, давайте тогда пойдем к этой нычке. Для этой нычки нужно что? Смотрите. Нужно, чтобы у нас была именно такая машина. С другой машины не прокатит, потому что она слишком маленькая. Второе. Можно как еще залезть? Можно, допустим, с подсадки тоже можно залезть. Но это нужно где-то 3 человека точно уже. Сейчас я этого чувака задавлю, сейчас он улетит. Бам. Так, опа, немного дрифта. Так, погнали туда. Все, в принципе, вы сами, может быть, и вы знаете, я не знаю. Может, кто-то знает, это очень круто, если кто-то еще знает про эту нычку. Так, слушай, а почему машина заглохла? Смотрите, она не едет. Она очень, слушайте, странно себе машина ведет. Да, по мне стреляют. Так, давайте тогда сейчас аптеку юзаем тогда. И уворачиваемся. Слушай, машина не едет. А что такое? Что у меня с машиной? Слышите, как она... Фигачит эта машина. Так, убил. Так, аккуратнее. Надо машину довести. Так, я видел там чувака. Забираем. Блин. Так. Значит, аптеку тогда сейчас смысла нету езжать. Блин, видите, в чем минус этого эмулятора? Вот такая вот дичь всегда. Вот видите, вот... Нет, ну это капец. Так. Мне нужно как-то залутаться, как-то мне это сделать. Пишет, чувак, у меня контрит жестко. Так. А я его вижу его. Смотрите, где он там. Вон там. Вот знаете, вот минус симулятора в том, что вот такая вот дичь происходит и очень часто. Где он там-то? Бегает-то. Там где-то стоит. Ага. Слушайте, я вообще не могу. Надо его как-то убить. А он возле машины, пацан, возле машины вижу. Возле машины. Так, берем опять. Блин, машину не надо ломать. Так, как же мы можем его убить-то? Давайте, знаете, обманем его, вот сюда отойдем. Машина.
Мы ляжем. Видно, видно, да? Так, куда ходим, ходим. Убил. Тут машина. Так, туда уехал чувак, отлично. Здесь меня не заметил. Аптеку нужно найти, пацан. Срочно аптеку нужно найти. Давайте вот тут что-то возьмем, да и все. Ладно, броник не взял. Видел, видел, не взял. Так, отлично, хотя бы мы его убили. По-моему, был вообще сложный. Фига, с какое расстояние мы его убили. Слушайте, музыку вообще прям джебошит, прям жестко. Давайте я ее потише ну как-то сделаю сейчас. Ну, потише его сделаю. Значит, она нас просто прибьет. Да ё-мо. Так, забираем все тут, в принципе. Да, я тупанул, конечно, что мне нужно какую-то другую еще пушку взять. Вот такую, например, возьмем, давайте. Так, сейчас. Знаете, что можно сейчас сделать? Нужно найти нам какое-то оружие с ПП. Где бы его найти? Давайте там посмотрим, может, это чувака что-то было другое. А! Там же у него был этот дробаш. Тогда сейчас возьмем. Ну или ПП. Ладно, короче, так оставляем, пошлите. Машину свою забираю. Опа, опа. Слушайте, по-моему, какие-то странные звуки игры, да? Или мне кажется. По-моему, когда он по мне попадал, какие-то странные были, другие какие-то звуки, по-моему. Так, ладно, погнали на ту нычку. Конечно, я вам ее покажу сейчас, но, по-моему, зону, видите, как убивает сейчас? Вся зона меня будет убивать. У меня есть одна аптека. Ну, ничего страшного, я успею. Значит, пацаны, где она находится? Она находится вот тут вот, на самолете. Я правильно странно показал или нет? Да, вот, вот тут вот, смотрите. Пацаны, что мы делаем? Значит, чтобы попасть в эту нычку, это, конечно... Сейчас я успею, может, еще вторую показать, если успею. Смотрите, вот сюда мы кидаем машину. Блин, даже может чуть подальше, чтобы залезть в нее. Тут можно соло на нее залезть, ну или с друзьями. Смотрите, забираемся, блин, забираемся, короче, на эту ракету. Сейчас показываю. Типа, эта нычка, да, она прям крутая, очень. Типа, она проходит через текстурку, в этом прикол. Только у меня не получается, пацаны. Получится мне сейчас. Блин, мне не получается, нужно поближе. Слушайте, мне зон еще пробьет. Мне нужно показать для вас эту нычку. Блин, да ну нафиг. Я не могу. Что такое? Клавиатура не слушает меня. Давай. Писец. О, найс. Так, как-то бы развернуться. Да ёб. Да ну нахер, писец. Меня еще и сейчас убьет эта зона. Так, вторая попытка. Вот сюда получится. Да. Блин, а, ну ё-моё. Вон, наконец получилось, пипец. Пацаны, вот сюда приходите, смотрите. Так, аптеку, наверное, сейчас позже буду ждать. Видите? Ложимся, и все. Мы в текстурке, пацаны, все, изи катка. Мы в кабине находимся, нас тут почти не видно. Тут можно стрелять. Так что изи катка, пацаны. Типа, вы можете пользоваться этой нычкой, это будет очень круто. Если даже чуваки будут меня убивать с этой нычки, типа, я значит, буду знать, что меня убил подписчик. Так, пацаны, я вообще просто капец как далеко от зоны. Нужно срочно ехать, срочно ехать. Погнали, погнали, погнали. Если... Так, если эта зона... Нет, ну я, по-моему... Ну-ка, сейчас посмотрю. Нет, не получится. Жалко. Я хочу еще одну нычку вам показать. Но, похоже, сейчас не успею. Хорошо, давайте тут, может, найдем аптеку. Какого была аптека там? Мне нужна аптека, пацаны. Как-то аптеку нужно найти. Ой, отлично. Аптека есть. Так, я пока ее сдать сейчас не буду, наверное. Так, на запаску оставлю. Отлично. Давайте, когда у меня будет 90 хп, тогда уже я и буду ее использовать. Так, уезжаем отсюда. Иначе нас тут точно пробьет уже. Так, вот тут я показывал нычку, показывал. Я еще хочу вам показать одну нычку. Вот если я успею, если я тут играю катку, я бы успел бы, блин, показать бы еще одну. Ну и, в общем, короче, давайте так. Если мы наберем под этим видосом 299 лайков, то я выпускаю еще одну нычку. Договорились, пацаны? Если вы наберете даже за день сколько лайков, то я такой типа окей, окей. Сниму для вас. Так, погнали. Сейчас все отлично, мы вышли из этой зоны. Нас, в принципе, сейчас не будет пробивать. Так, погнали. В принципе, если наберем 299 лайков, то это будет очень круто. Я сниму еще одну нычку. Я ее нашел. Она. Это вообще спонтанно нашел эту нычку, но она, в принципе, крутая. Очень крутая.
Почти такая же, как и та. Так, погнали, тогда будем ехать, в принципе. Давайте посмотрим, может, что-то аэроп залутаем еще. О, а где зона? Ё-моё, она там. Осталось 6 человек. Не знаю, может, не получится их всех убить. Посмотрим. Так, давайте залутаем тогда. Что-то у нас получается находится. Слушай, меня опять засветили. Так, давайте тогда берем место АК Разум. Так, все, вижу, там чувак бегает, окей. Вот тут, смотрите, видели, возле дома, отлично. Сейчас я пойду к нему. А тут никого нету, тут никого нету, видимо. Странно, почему на аэроп никто не пошел? Глушитель и пулемет. С пулемета это вообще жестко, наверное, будет. Давайте тогда лутаю эту аптеку тогда. Погнали к этим чувакам. Он был возле, получается, возле дома. Прямо где-то находится. А, все, меня засветили, понятно. Так, он знает, что я сейчас еду к нему, скорее всего. И он меня сейчас будет, наверное, принимать. Так, давайте как-то... Нужно разгон как-то взять. Давайте вот так вот поедем тогда. Чтобы из чего вылететь на него. Слушай, этот вертолет меня просто светит по КД. Вот где был? Где тут был, чувак? Вот тут был. Может, он в доме? Или его убили? Смотрите, смотрите, смотрите. Видели? Там где-то стрелял чувак. А вот в доме, по-моему, да, бегает? По-моему, в доме где-то бегает. Так, вот, давайте так вот посмотрим. Нужно кружить, может, он выйдет? Его бы так бы убили бы. Пошлите тогда, может быть, в центр зоны. И уже нам будет легче, по-моему. Что будет лучше, если мы возьмем сюда, спрячемся? А вон, он стреляет по мне. Понятно. Так, с балкона фигачит, наверное. У меня ничего нету, даже аптеки никакой. С балкона, по-моему, фигачит. Это не точно. А, мне сзади фигачит. Минус. Так, этот чувак все бежит. Видимо, там он не в зону попал, что ли? Этот чувак вбежал, я видел. Так, давайте как-то ляжем так вот, незаметно. Так, это лутаем. В принципе, я хочу такую рубрику на своем канале, типа баги, там, всякое такое вот хочу. Так. Изи. Так, погнали, давайте его тоже залутаем. Аптеки заберем все. Ну ладно, все, что мы... О, давайте тогда забираем X2 тогда. Иду. Все, уходим. Так, отходим, отходим. Слушайте, по-моему, какие-то странные звуки. Когда по мне стреляют, странные звуки. Так, ну-ка. Убил меня? Убил меня. Блин. Вот козел. Он был, получается, еще два чувака. Блин, жалко. Слушайте, жалко очень. Жалко. Короче, в принципе, пацаны, я снял для вас этот видос. В принципе, даже тут какой-то был геймплей. Убил тут нормально так человек. Он убил 11, нифига себе. Просто капец. Жесткий, жесткий чувак, жесткий. Короче, в принципе, пацаны, для вас нычку, я вам показал эту нычку. Если вам она понравилась, то можешь поставить лайк, да. И если набираем 299 лайков, то я снимаю вторую часть с нычкой. Я эту уже нычку знаю. Если вы хотите, то я вот для вас ее сниму. Так что набираем 299 лайков. Ну и, в принципе, с вами был, как всегда, я Дмитрий Декс. И до встречи.